Сегодня наш урок посвящен пению в ощущениях. У меня был в свое время, года 3 назад, целый мастер-класс. Этот мастер-класс так и назывался «Пение в ощущениях». Потому что, в принципе, говоря о вокале, это не механическая какая-то наша задача, да, вот даже, скажем, практика, чем сейчас занимаются студенты в соседнем кабинете, практика пианистическая, это со многих сторон практика механическая, да, прикосновение к клавишам, так сказать, практика мышц. А здесь у нас с вами очень многое в вокале зависит именно от эмоций, от эмоционального настроя и наполнения. И вот поэтому пение в ощущениях для меня – это один из ключевых моментов, которых я не избегаю, а наоборот, как бы, как можно больше даю своим студентам уже с самых первых шагов. Потому что я убеждена, как больше они будут чувствовать, как больше они будут открывать свои эмоции, привносить эти эмоции в голос, в звучание, так более богаче раскрывается их тембр и более широко раскрываются стилистические возможности студентам. Поэтому пение в ощущениях еще раз сегодня касаемся. Мы разбираем, конечно же, не весь пласт, это огромная территория, которую можно, так сказать, постепенно развивать и распахивать. В нашем сегодняшнем уроке мы коснемся, вот как минимум 6 я здесь себе выписала, может быть, по мере продвижения мне придет еще что-то в голову. Хочу обозначить сейчас самые такие первостепенные и также самые, так сказать, на поверхности лежащие опорные точки в этом уроки. У нас ощущение вдоха и выдоха, за которые сломано немало копьев среди практикующих вокалистов, педагогов и начинающих, и любителей, и всех вокруг. И вот этот вдох и выдох, мы сейчас не будем этого касаться, так сказать, глубоко, потому что этому посвящено уже 3 урока на моем канале. Сейчас, поскольку мы говорим специфически об ощущениях и визуализациях, которые этого касаются, и которые помогают вам как артисту и вокалисту настроить себя, да, ощутить, понять, применить эту технику наиболее удобно и комфортно. И вот, ощущения по вдоху и выдоху я даю как ощущения все-таки боковых нижних ребер, которые в момент вдоха расширяются, и даю визуализацию своим студентам: крылья открыли и крылья закрыли, или крылья открыли, поем на открытых, закончилась фраза, крылья закрыли. Я не даю ощущения выпячивания, хотя да, диафрагмальное дыхание, оно касается того, чтобы на вдохе и выдохе у нас работала все-таки преимущественно нижняя часть торса, наполнялась и сдувалась. Но я даю как столбы здесь все-таки по визуализации и пению в ощущениях. Мое ощущение раскрытия нижних ребер в стороны. Удержание этих нижних ребер в раскрытом состоянии, в этих крыльях, как бы, да, на всем протяжении фразы, которую вы допели, и тогда вы их, так сказать, плавно сдули или набираете следующую порцию воздуха по фразировке, потому что если нет, как я еще раз подчеркиваю, несмотря на то, что там на меня кое-кто набрасывается постоянно после таких видеоуроков, я убеждена, что именно такая подключка, будь то для женщины, будь то для мужчин, дает возможность манипулировать и маневрировать количеством воздуха, который вы потом сдуваете. То есть у вас есть основа, конструкция, держащая воздух, ваши крылья, да, распахнутые. А здесь серединка, она мягкая, не напряженная, дает возможность регулировать количество сдуваемого или удерживаемого воздуха в момент фразировки. Например, соль, фа, ми, ре, до. Я здесь держу плотность, но я также и держу мои паруса, потому что если я их скину, не буду на них внимания обращать. Не буду остов этот держать в распахнутом, да? Ведь диафрагма, по сути, она же загнута вот так внутри. Если это мышца, это же не вот эта передняя брюшная мышца имеется в виду диафрагма, а вот эта. То есть я на вдохе ее разогнула и удерживаю. И вот у меня создается вот эта опористость, то есть сопротивление
да, вот как бы appoggio, если я буду по-итальянски вам объяснять, вот это устойчивость, упорность, упорность такая, вот, невялость. А если я надую здесь, соль, звук начинает быть таким ядреным более, может быть, кому-то он нравится, мне, например, нет, я люблю размягченный звук, лиричный, соль, тянет прям сюда мне, иногда даже дрожит, потому что основа не держит, паруса, не, они сдулись, паруса, кораблик не плывет. Поэтому мое первое ощущение, которое я вам рекомендую в этом занятии, когда мы говорим про основу, это все-таки раскрытые крылья. И потом только сдулось. То есть вот это, посмотрите, послушайте, понравится вам, помогает ли вам такое вот раскрытие крыльев. И также по ощущениям, по вдоху и выдоху, когда мы говорим, есть одна интересная история, которая мне помогла очень сильно, когда вы... Сейчас мы камеру подвинем. Кстати, наоборот, к стене. И вдохнуть, выдохнуть у стены. Таким образом вы почувствуете, что первый, кто раскрывается, как раз ваши боковые. Боковые немножко задние даже пойдут. В сидячем положении их очень трудно зафиксировать. Вообще намеренно их трудно зафиксировать. Надо дать телу что-то неудобное, чтобы как компенсация вдруг открылись те мышцы, которые обычно не срабатывают. Вот. Вот баллон надулся. Вот здесь я стала касаться практически стены в этот момент. Вот, сдули. Вот этот, ох, перетягивает эту брюшную мышцу, звук становится неуклюжий, старческий, на мой взгляд, перегруженный. Значит, и второе, что может вам помочь, здесь я не смогу вам показать, у меня есть такой курс, называется «Фитнес для голоса». И там на курсе «Фитнес для голоса» есть упражнение, лежа лицом вниз на полу, подложены вот так под лоб руки, ладони вниз тоже, да. И вот вы лежите как бы на полу, и вдыхая, вы почувствуете, как у вас из-за того, что вы навалились как бы на живот, да, у вас открываются боковые баллоны. Вот эти вот крылья раскрываются. Но также вы почувствуете упорность, которую вам дает и сам живот. То есть вот это вот ощущение все-таки как меха у аккордеона, может быть, что-то такое еще, как провизуализировать вам. И вот вы как бы медленно потом это все сдуваете, но именно с ощущением... Вот эта высокая, кстати, вокальная позиция, она как раз-таки, возможно, и произрастает не только от вдоха, не только от положения резонаторного ощущения, а во всей этой приподнятости, да, тонуса общего организма, который возникает. Будь то академический или эстрадный вокал, это не важно. То есть вы набираете, и вы идете вот с этим ощущением уже, как бы контент у вас есть внутри. Вы, вот есть в английском выражении self-content, наполненный, уже что-то несете. И это ощущение как раз тоже дает вам такую вдохновенность на вдохе. Ощущение в горле. Давайте познакомимся сегодня с вашим вокальным аппаратом, который про него все говорят, но когда вы сразу бросаетесь в практику, иногда, ну, как в машине, да, жми на педаль. На какую? Их там две. Нажмешь не на ту, так сказать, поедешь не туда. И вот у вас одни из таких вот элементов вашей механики вокальной. Это, скажем, нёбная занавеска, которая должна подниматься и опускаться. Но это ужасно трудно сначала ее ощутить и ею маневрировать. Это так же примерно сложно, как ушами двигать. Вы можете ушами двигать? И вот ваша нёбная занавеска, то есть мягкое нёбо, за которое все борются, которое дает звонкость, которое дает полетность, которое дает без устали пение. Да, вот эти в проход в резонатор, и все, что нам нужно, вот эта верхняя занавесочка, она и дает. Это дает резонаторность, ясность, яркость пению, да, полетность звуку. Вот. И, а это сделает, на первый взгляд, не так это просто, особенно намеренно. То есть сама она как-то в момент зевка ляжет. Поэтому сейчас мы вот потренируем эту нёбную занавеску. Каким образом? Есть несколько способов. Ну, естественно, ваш зевок. То есть вы шли-шли, там что-то делали, там в машине ехали, устали, вечером притомились. Зевок. Ловите зевок, не проходите мимо, называется. Зевок пошел, и вы не давайте, не спускайте ее так быстро, как по физиологии вам вдох-выдох, да, зевок произошел, все. Зафиксируйте, задержите.
скажите что-нибудь. Раз, два, три. Или понойте что-нибудь, вы издайте звук. И что-то сделайте с ней. Или бегите к зеркалу, если есть возможность. Откройте рот и посмотрите, как это выглядит. Потому что вы должны знать свой организм, свое тело, свою механику. Ощущать. О, видите, какое огромное натяжение? Если это натяжение не произошло, то значит она где-то провисла мимо, и значит звук у вас будет тусклый, по-любому может в нос попасть, может быть какой-то такой вялый, дряблый. Да? То есть вот эта недотянутость этой верхней нёбной занавески вам придаст как раз-таки неустойчивость и беспомощность вашего звука, нерезонирующего звука. Вот, вот это ощущение. Потом еще ощущение, как ее поймать, можно, как мы говорили, палку. У меня есть тоже такое видео уже до этого. Палочку или какую-то ручку можете, или ложечку взять, да, и насильно, намеренно, вот прямо отодвигать язык и смотреть в зеркало, как высоко в момент подавления языка, как компенсаторная вот эта занавеска нёбная сама по себе вдруг начинает отпрыгивать наверх. Держите, фиксируйте, заставьте ее немножечко так постоять, тренируйте эту мышцу таким образом. А вот. И сейчас уже самый третий, так сказать, вариант, самый сложный вариант, это щелчки этой нёбной занавеской. То есть вы отводите и сбрасываете, отводите и сбрасываете. И получается как бы щелчок в момент такого регулирования этой занавески. Я надеюсь, слышно, там пассажи идут. Но все же... О, тишина. Назад, назад. Такие щипательные движения этой вот нёбной занавеской. Разрабатывайте, потому что следующим этажом у нас под ними идут гланды. Гланды и также горло. Да? Вот сейчас мы их вдвоем в паре рассмотрим. Потому что когда речь идет о... Проверьте, работают они у вас, отвечают ли вам они или нет. Потому что когда речь идет об узком горле для определенных техник, да, септон, для мужских голосов выход наверх через микст, для таких специальных подсаженных интонаций, для кантри-музыки, для в том числе народного пения, узкое горло одно из тех механических, так сказать, установок, которые формируют этот звук. И поэтому знание, как выглядит и как чувствуется, раз мы говорим про ощущение, узкое горло и как чувствуется широкое горло, это нужно продиагностировать, прислушаться, пристреляться, да, к этому ощущению. И потом уже в исполнении вы сможете, по крайней мере, себя как-то позиционировать. Не просто некое горло, которое что-то там поет, и неуправляемое, оно вот так поет, и все. То есть здесь наша задача так научиться ощущать эти микромышцы так, чтобы они по нашей задаче отвечали нам, да, мы могли ими маневрировать. И вот, например, у нас это самое узкое горло, то есть я сдвигаю гланды, и когда я их сдвигаю, горло подсаживается, естественно, кадычок вверх идет, и все такое, и вот так прижимается. Узкое горло. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Узкое горло. Разжали. Теперь я вдохну, но сохраню это ощущение вдоха внутри горла. Гланды широко расставлены, получается, у нас, да? Раз, два, три, четыре, пять. Широкое горло. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Не закрываю. Иду вот по широкому, по широкой полосе иду. Гланды широко. Узкое. Широкое. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Прохожу мимо, да? Видите, сквозняк. Много воздуха. Два ощущения, которые нужно точно знать, потому что иногда, например, мы говорим, запой мягче, спой мягче, а человек открывает горло и идет мягко, широко. Но это не мягкий звук, это пустой звук, в котором нет резонации. Он не отвечает. Мягкость, она по-другому рождается. Она как раз-таки плавностью дыхания рождается. Но это уже другой, как бы, другая тематика. Поэтому вот этот аспект гланды, широкое горло, узкое горло, это вам нужно осознать и обязательно прощупать и пристреляться к ним. Следующее ощущение, которое я бы хотела вам прорекомендовать, и опять же, у меня несколько уже было посвящено занятие этому, одно из видеоуроков,
«Три замка», посмотрите его, пожалуйста. Там тоже кое-какие профессора Ютуба пытались биться со мной на предмет, а что это такое и зачем оно вокалисту. Объясняю, зачем вокалисту, наперед. У вас есть разные центры тяжести, условно, центры внимания, да, в момент, когда вы вокализируете, звучите прежде всего. Может, вы не вокализируете, может быть, вы речевым занимаетесь, речевыми техниками, но так или иначе вы звучите. И у вас спонтанно, поскольку не обучены определенные мышцы, они работают в каких-то группах. То есть они, вы, например, сжали, вот сейчас мы касаемся конкретно данного, центральный замок. Когда вы прижали этот центральный замок, ну как бы как поддых как будто бы дали вам. Держу крепко, да? И спонтанно, если мы работаем, то у нас вместе с этим же замком закрывается горло. Это они так работают. Ну вот так их природа создала. А поскольку мы с вами люди парадоксальные, и нам нужно все то, что не так. Потому что при постановке вокала у нас что происходит? Уход от органических рефлексов практически и уход от речевых рефлексов. И вот этот рефлекс, да, вот так получается, петь не могу. А нам-то надо, например, для определенных техник мужского вокала, там, эстрадного, рок-вокала, выход наверх для микста, для прокачки верхних регистров. Это очень необходимо отвести тяжесть к животу, чтобы не перегружать верх. И тогда голос более удобно, так сказать, ложится на верхних нотках. И, например, для мужского вокала. Там, ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Если я начну здесь провисать, ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма, видите, заваливает. Ха! В карман. Ма-м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 а. То есть такой бычий голос получается, да? Если мы идем... Голос ямщика, скажем так. А если мы идем эстрадным вокалом, стилистическим вокалом, нам нельзя так делать. Нам нужно где-то балласт этот отсоединить. И вот он как раз соединяется вот сюда. Он уходит сюда, в этот балласт. Я его здесь держу, я чувствую здесь вот эту пресс, я его чувствую. Но при этом, как по рефлексу, я не мое горло в этот момент также не прижимается, потому что я его намеренно обучаю в этой технике «Три замка». Еще раз обращу ваше внимание, линки, ссылки будут под видео или в первом комментарии. Смотрите. Значит, я закрываю этот замок. А здесь я открываю. Я могу говорить. Да, я на задержке нахожусь, в состоянии задержки, но я могу говорить, у меня здесь нету блока. Поэтому закрыла. Сейчас покажу вам в динамике. И кусочком оставшимся. Вывожу уже наверх. Оставшимся. А не всей массой, да, бегемотом, не выхожу наверх. Потому что это опасно, некрасиво. И еще и кашель может привести вам вместо микста. Закрыть. Держу здесь, а здесь открыто. Раз, два, три, четыре, пять. Могу говорить. Мало, но могу. Это удобно, оно хорошо ложится, потому что мне мало, мало надо звука. Он будет в резонаторах отражаться. Мне не надо всю массу, весь грузовик сюда завозить. Поэтому обучите свой организм не работать вот такими парами, а работать поодиночке. Какая-то группа мышц что-то делает, эта группа мышц молчит. И так вы можете тогда им давать задания, да, и контролировать выполнение определенных вот таких вокальных задач. Еще одно интересное ощущение и наблюдение в этом ощущении, которое вам поможет немножечко прийти, так сказать, больше ощутить резонатор в центре лица, то есть эту вокальную маску, как хотите, можете называть, да, вот эту гравитацию верхнего регистра в вашей голове. Но это очень сложная вот эта конструкция, которую часто путают. У меня будет отдельное еще видео сейчас вслед за этим запишу про нос, про вокальный нос, потому что это очень, так сказать, замудренная вещь, такая же замудренная, как дыхание, что у каждого есть свое специфическое видение, своя специфическая трактовка этого аспекта. И поэтому, например, я чувствую так, говорю вам делать, а вы делаете, как я как бы чувствую, но по-своему, и вы думаете, что вы сделали, как я, а получается по-другому, и, в общем, вот так. И к носу мы приходим не к тому, и звук получаем, естественно, не тот.
Вот. На что я хочу сейчас дать вам, так сказать, вот такие вот тоже манки определенные, которые вам помогут, может быть, более доходчиво разобраться в этом аспекте. Итак, я его назвала носород. Не носорог, что тоже, в принципе, очень похоже и близко, но носород. Что происходит? Значит, мы сейчас будем пытаться так дышать, тихонечко, без паники, да, спокойно, чтобы воздух проходил в момент дыхания и через ноздри, и через рот сквозил. Попробуйте. В два канала получается у нас, да? на 50, то есть в разных равных пропорциях у нас открыт здесь канал и открыт здесь канал. Если я буду говорить в эти же два канала, получается вот так. То есть у меня гравитация полностью сейчас, когда я с вами говорю нормально, гравитация мой подбородок, форманта речевая на бороде, форманта вокальная на усах. Чтобы ее услышать на усах, нужно ослабить рот. Ослабить рот надо. Так, чтобы он перекатил часть звуковедения, часть воздухопроведения к носу сюда. Ноздрями, как бы, да? Я произношу ноздрями. Еще одно ощущение, может быть, вам поможет. Например, взять какой-то стих, стихотворение простое. Например, скажем, сейчас вот новогодняя тематика, сейчас январь, записываю в январе, поэтому маленькой елочке холодно зимой. Если я закрою рот, начну произносить слова с гравитацией своих ноздрей, то есть через практически ноздри. Вы даже ощутите это ощущение речевое, но оно более уже протянутое, протяжное, да, как вокализирующее. И открывая этот канал, я перестаю его поджимать вот этим корнем языка. Корень языка ослабевает в этот момент. Он как бы атрофируется. Он становится очень плавным и не мешает, не подтягивает звук к зажиму. Не подтягивает, он становится более плавным. Также открывается часть горла, что нам помогает вот именно вот текучесть придать звуку. Открыть его какие-то полости резонаторные, которые его понесут именно в область вот вокального звука, уйдут от речевой постановки. Поэтому пробуйте вот этот носород как подготовительное ощущение перед вокализацией, например. Методом нытья переходите. Методом нытья набираем. Грудь тоже подключается, но гудит у меня здесь. Это не О, это не У, это не А, это некое У, которое есть нытье. Вот это подготовительное У, которое вас приводит вот именно к форманте щечек, форманта за носом, форманта усы, центр лица. И вот эта форманта двигает ваш голос. И, наверное, завершающее вот в этих ощущениях, сегодня разбираем именно вот эти манки, физические ощущения, которые изменяют вашу парадигму, уводят ее от речевой парадигмы в вокальный ряд. И еще вот сегодня дала бы вам такую тоже экспериментальную технику йодель. У меня есть уже отдельное видео про йодель и зачем он и как с ним работать, но сейчас я его вам привожу с точки зрения опора без опора. Вот это ощущение тоже физическое, мышечное ощущение, и которое надо поймать. Как только вы его поймаете, очень многие аспекты вашего вокала воссияют, наконец. Вот.
А пока они, если во тьме блуждают, давайте попробуем, значит, йодаль. Значит, в йодле есть интересная штука мышечная. Первый звук берется в опоре, в ощущении тела, то есть устойчивый звук, откликающийся мышцам, удерживаемый ими. Например, просто нейтрально, без всяких мудрений. Да? Пою в теле, откликается, мышца держит звук, здесь хорошо держит. Звук густой, звук резонирующий, да, много звука идет. Заземленный. Звук земли, скажем так. Взяли его, да, держу его, чувствую его. А вторая нотка у меня будет сейчас, в мужской зоне нахожусь. Вторая нота. Не держу. Звук вдруг ослабевает, он становится как слезинка. Он зависает между небом и землей без опоры. Он становится духом. Он был землей, был телом, да, а стал духом. Стал между тем и тем. Держу первый. То есть посмотрите, какой вам больше, какая гласная вам поможет. Мне нравится и. Переворот. Не держу. Не держу. Видите, нету. Не держу. И держу. Не держу. Такое ощущение, что земля ушла из-под ног, да, провалились куда-то. Повыше возьмем. Устойчивый, держу, земля. Провалился, не держу. Вот упоминала сегодня мой курс короткий, он всего получасовой, фитнес для голоса. Там упражнение есть, этот йодель называется, по-моему, голос шамана или что-то такое, там шаманин. То есть нужно именно привести звук к такому ощущению, когда я могу взяться за него, а могу отпустить. Или выше. Вдох. Вцепиться. И отпустить. Видите, звука? Звук есть, но в нем много воздуха. И в нем есть слезинка. Для мужских голосов будет звучать как сопрано, как женский, как будто бы он поет. Переключаем. Для женских это тоже есть. Если я даже держу его как сопрановым звуком, не грудью держу, головой, классическим. Сняла, воздух пошел. И мышцы таким образом начинают как бы примыкать и отходить к звуку. И иногда есть такое у меня понятие, например, пение за голосом. Это как раз тот самый момент, когда я пою не голосом, не мышцой, а воспроизвожу звук как бы где-то позади. Отошла, не трогаю. И вот это тот самый... Этот самый звук родится из вот этого йодаля, который вы как бы отбросили, да, отбросили тело и остались. У нас был мастер-класс замечательный для певчих, которые работают в храмах. Этот звук в храмах практически незаменим. Это унифицированный звук, который отражает стены, отражает акустику, и он содержит в себе как раз этот дух, потому что он бестелесный. Массу можно подключать, но это уже масса. Это чисто акустика. То есть практически на механическом уровне мы с вами вскрыли голову, и эта голова пустая начинает нам создавать акустически вот этот желаемый звук, когда мы отключили тело, отключили мышцу, отключили вот это тяготение мышечной массы. Вот это, пожалуй, все 6 заметок, которые вас приведут к каким-то новым ощущениям, с которыми вы сегодня смогли прочувствовать, можете вы или не можете, где надо поработать, какие пучки, какие секции вашего вокального аппарата пока еще не поддаются дрессировке, да, с кого нужно почувствовать
и потренировать это ощущение, чтобы вовремя вскакивать в него, когда вам требуется уже в музыкальном произведении или в музыкальной распевке с этим познакомиться. Ну, а пока напоминаю, что мой курс есть «Фитнес для голоса». Это не вокальный курс, это именно курс на ощущение. Это как бы испытания для вашего голоса, которые будут его приводить к звучанию. А когда он зазвучит, можно будет переходить к мелодическим распевкам, и там уже другой курс. Соответственно, вокал для самоучек, если кто-то желает продолжать дальше с мелодическими распевками, это как раз-таки другой. Все ссылки, которые вам будут необходимы, я оставлю в описании. А также жду от вас комментариев о том, как у вас это получается. А может быть, кто-то поделится теми вот этими ключевыми манками, теми ключевыми моментами в теле, которые вас приводят в правильное вокальное состояние. Ну, а я желаю вам всего наилучшего. Пойте с удовольствием, развивайте свой прекрасный голос. И мы увидимся очень скоро в следующем видео. До свидания.